ползающий как по линейкам. Никто в мире ничего подобного не делает. Этот год для Беркута юбилейный. Им исполнилось 20 лет. Пилотажная группа «Беркут» была сформирована в 34-м центре боевого применения и берущего нелюбного состава английской авиации с разными боевыми наградами. Образно говоря, сейчас в небе Жуковского летает около десятка боевых орденов. Аплодируем летчикам! Во Франции и Малайзии, в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Словакии. А первые 4 серийных ночных охотника поступили, естественно, в Торжок. Летчики должны были изучить боевые возможности этой машины, чтобы потом научить строевых авиаторов воевать на этом вертолете. И, конечно, у них это получилось. Он способен обнаружить и уничтожить цели в кратчайшее время, а также обладает высокой боевой защищенностью, а у нас там вот поворот на горке, сложнейший элемент на таких углах. Она позволяет действовать днем и ночью. В простых и сложных метеоусловиях непосредственной близости от земли неестественных укрытий. Фактически вертолет полюса может летать между деревьями, там, где это позволяет рельеф. На Ми-28 установлены газотурбинные двигатели с электронной системой регулирования. Вот такой полет Бога. Аплодисменты Попову! К-52, двухместная версия боевого ударного вертолета К-50, черная